любимое место Бони на солнышке. И как хорошо. Доброе утро, всем привет. Да, такое у нас доброе солнечное утро. Кстати, ребят, вышел уже клип новый. Если кто-то не посмотрел, то скорее смотрите, не пропустите. И мы выложили их на два канала. Один на канал Сестрички Лайф и второй на канал Маргариты, потому что на канале Сестрички Лайф не всегда рекомендуют YouTube видео, поэтому на всякий случай на два канала. А так, так что смотрите, пишите комментарии, мы обязательно прочитаем, пролайкаем. Надеемся, вам понравится, потому что мы очень старались, снимали целый день на жаре при 30 градусах. Нам очень понравилось, было очень интересно и весело. Макс сидит, смотрит наше видео старое с Испании. Когда мы ходили на вот эту вот надувашку огромную. А со скольки лет, Маргарита? С родителями с 7 до 14, да? У нас только двое, детей четверо. И даже если бы мы пошли просто с Маргаритой, с Ксюшей, нам Макса и Каролину некому было оставлять. Вот, поэтому в этом году у нас не получилось. Там сейчас другая горка, не эта. Поинтереснее, побольше даже, чем это. Я сегодня решила сварить гороховый супчик. Давно я его не варила. И еще сегодня буду делать медовик. Маргарита сходила в магазин, купила яйца, муку. Вот, мед я уже подготовила, поэтому сегодня буду делать тортик. Вместо мяса я хочу пожарить сосиски, сделать зажарку, морковку с луком и сосисками и добавить в суп. У меня нет мяса никакого, вообще мяса не покупала. Будет суп у меня с сосисками. Девчонки тут рисованием занимаются, каким-то я очень интересным. Неинтересным? Очень интересным, я говорю. Мам, я не могу делать телефон. Не можешь делать телефон? И что ты потом будешь делать с этим стеклом? Поставлю. Или в рамочку обратно. Лиза Симпсон. Акриловыми красками больше рисовать или маркерами? Не, маркерами не получится. Да, с этими получится. Да, получится? Да. Все, супчик готов. Такой вот с сосисками. Гороховый супчик. Будем обедать. Измерили мы рост. Ксюша выросла на 3 сантиметра. У нее рост 156 сантиметров. Маргариты 160. Чуть-чуть не хватает до 160. Несколько миллиметров. 160 и 156. А тебя какой? Считай, за сколько ты? За 2 месяца где-то, да? За 2, за 3 месяца на 3 сантиметра вытянулась. У меня 167. Еще чуть-чуть, Маргарита меня догонит. Все, теперь да? Насыпай давай этот. Чайную ложку соды насыпай. Так? Да. Теперь, видишь, пена такая. Теперь мешай. Хорошо, мешай. Зачем соду добавлять? Ну, чтобы она реакция пошла с медом. Зачем эта реакция? Маргарита. Такая реакция нужна для теста, Маргош. Чтобы тесто вкусное получилось. Это же медовик. С медом нужно соду именно смешать, чтобы пена была. А сода же невкусная. Ну так ее не чувствуешь потом? Значит, зачем добавлять ее? Чтобы реакция была. Алло. Зачем? Хватит. По рецепту. Откуда я знаю зачем? Вот такая пенка нужна. Ты больше никак пенку не получишь. Только соду с медом. Понимаешь? Она уже тут внизу карамель. Вот, хорошо. Давай мешай перед, чтобы она не сгорела. Ты мешай. Вот, мешай, мешай. Потом добавим масло 100 грамм. Это чтобы потом тесто было такого золотистого цвета. Я потом все тесто съем. Куда ты его все съел? Ну смотри, все. Так, все, мы сюда добавили масло. Если кому-то интересно подробный рецепт, я могу в описании оставить. Нет, там посмотри в машинке. Помылась? Да. Щепотку соли. Мама, разбить? Знаешь, что такое щепотка? Да, вот так. Да, только ты как оттуда возьмешь? Мама. Да, разбиваешь. Ты его осторожно. Можешь сюда, сюда? Да. Да. Все, добавили сахар, соль и яйца. Теперь взбиваем. Последний коржик. И мы уже взбиваем крем. Вот это тесто, оно очень хорошо размазывается. Ничего не нужно раскатывать, просто размазываешь себе нужного размера и все. Здесь один, два, три и вон там четвертый еще. 4 коржика. Крем просто взбиваем сливки жирные. И потом будем взбивать, добавим сахарную пудру. И будем взбивать отдельно маскарпоне и потом вместе соединим. Предпоследний коржик у нас чуть не сгорел. Края немножко поджарились. И готово у нас. Будем собирать тортик и вечером будем кушать. Начинаем
кремом наш тортик. Я порезала коржки пополам. Теперь я сейчас буду их смазывать. Just Dance. Песенку выбираю. Какую песенку будет танцевать? Мы уже потанцевали втроем. Да, вот это хорошая. Так, мне придется звук выключить. Радуга, и я делаю радугу. Ксюша, три подарка сегодня подарили. Тортик у меня готов. Я его уже кружкой посыпала. Как раз сейчас еще часик и будем пробовать. Только понюхать можно. Только понюхать, больше ничего. А потом съест ночью. То есть утром, когда он будет собираться. Когда он на работу будет собираться, кусочек съест. Маргарита, я же тебе сказала, как я буду резать таким. Маленький. Я сказала большой. Давай тарелку. Сидишь. Ёпаля. Все. Пробуйте. Пропитался? Кстати, у Маргариты заблокировали еще опять. Второй аккаунт заблокировали в ТикТок. Да? Сегодня она сделала пост в Инстаграм, что у нее второй аккаунт, и его через несколько часов заблокировали. Сколько у тебя там было? 6000 подписчиков? Начинаем стричь газон. Наш длиннючий. Смотрите. Да. Ну, какая травка. Все, это сейчас будем все стричь. Ничего себе, вот эта гора. И это только вот эта часть. Это вот только эта часть, и сколько травы. Мамочка. И это только вот эту половинку он подстриг. О, боже мой. Не, нам точно нужно покупать робота, этого робота-газонокосилку. Потому что вот так вот, с такими дождями, мы просто не успеваем, и потом... Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits. Начинаем уже косить на этой стороне, и все равно очень тяжело. Наверное, нужно будет пройтись по 2-3 раза, мне кажется. Я пока вот эти кустики обстригаю, потому что они все заросли внизу, прям все до пола было. Вон сколько уже обстригло. И еще нужно с той стороны, с обратной стороны тоже сделать. Вот это вот накосили мы. У нас такого не было никогда. Все, закончили. Давай наконец-то. Ну, мама, вот такая красивая травка. Мама, тут все испортилось. Была сильно длинная. Были дожди. Мама. И внизу, в общем, она гнила. Нет, прыгать не надо, она же грязная. Ты чего? Каролину привезли к бабушке. Сегодня она у нее останется. Захотела к ней в гости. И потом мы поедем немножко погуляем. Съездим в город и посмотрим, насколько там озеро вышло из берегов. Все затопило. Каролина, все готово? Маргарита! Спасибо, папа! Погодка сегодня хорошая. Так, кто знает прогноз погоды на всю неделю? Там еще где-то. В конце недели, да, вроде? А, денечка там. В конце недели вроде должна испортиться. Ну, ладно. Надеюсь, больше таких проливных дождей не будет, иначе нас затопит всех. В общем, так мы и не нашли краску для волос. Ткали мы, искали во всех магазинах, но куда-то вся краска делась. Скупили, что ли? Кусками с меня слазит кожа. Шелуха какая-то. Пак сидел сегодня мне это. Пока я собиралась, он прилип ко мне и отдирал. Ксюша у нас никогда не облазит, да, Ксюша? Да, сейчас. Облазила? Карлин. Карлин. Карлин,
Кстати, шагала Софи. Да, раньше мы тут сидели, и ножки свисали у нас, и до воды не доставало. Смотри, кар-кар-кар. А теперь вон. Привет. Ну, здесь больше воды было, она прям выходила за берег. Хоть заходи, купайся, да? Прям вот отсюда. Я хочу потрогать водичку. Потрогай. Ну, я сейчас упаду. Не, почему ты упадешь? Потрогай. Не вот так, водичка. Ой, она не холодненькая. Хорошая водичка. Мы взяли мороженое. Я попросила фисташковое. Ксюша, кокосовое. И Маргарита. С Максом карамель. Карамель, да, с Максом. Ну, что-то мне фисташковое не очень понравилось. Да. Куда ручки тянем? Дай куда ручки попробуй, тянем? У папы тоже кокос, да? Коко. А у Макса карамелька. Ну, что-то я не буду больше просить. Ты это можешь кушать. Невкусно. Лебедь подплыл. Мама. К нам. Ты боишься? Опусти ноги, он тебе ничего не сделает. Не бойся. Он сам боится тебя. Все равно идет. Холодная? Холодная. Нет, он красавец плывет. Не бойся, не бойся. Он кушать хочет. Ищет еду. Рыбки уплыли все, испугались, а вон они вот там плавают. Подальше. Пошли. Телефон мой так и не заработал, я хожу теперь со своим стареньким Самсунгом. Вот, давно его уже покупала, но я им не пользовалась. У меня тут тоже побитый тоже. Вот пока хожу с этим. Неудобно, я отвыкла от Самсунга вообще. Айфон мне больше нравится, как работает. Мучаюсь теперь с ним, привыкаю к нему. Давай, 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 гоу, гоу, гоу. Ой, так. Меня комары начинают кусать. Мне тоже. Помогите. Почему здесь комаров? У нас там нет столько, как здесь. Комаров? У нас во дворе, возле дома. Нет комариков. Меня уже один укусил. О, Бонни. Много комаров. Вот я вижу, как они летают за мной. Прям. Все, пойдемте. Сколько их много здесь. Ужас. Все, пойдемте. Покажи вот эту штучку. Как тебе получилось? Странно, как ты вышла. Она, да, мне не нравится вот эта вот черная, которая здесь. Потому что когда немножко. Я рисовала акрилом, я... Черный. Mm-hmm. А фон не будешь делать? Ксюша сделала фон. Кстати, ребят, все хорошо с нашими хомячками. Они уже дома. Мы уже за ними сходились. У Кики тоже все хорошо. Она там у себя спит. На месте, да. Он там. Привет, мужик. Привет. Такой вот он большой стал. Уже в руку не помещается. Хомячище такое. Я большой, маленький. Большой мальчик уже. Ты его вытащила, он там в миске у себя сидел. Миски. Ой, мой бурундучок маленький такой, хомячок. Надо ему уже поменять опилки, он уже тут накакал везде. Черненькие. От Кики вообще запаха нет. А от него запах есть. Все-таки мальчик. Девочки, они вообще не пахнут. Так что, если кто-то хочет хомячка... И чтобы не пах вообще, то лучше девочку, чем мальчика. У мальчиков есть запах. Вот Ксюша нарисовала. Такой вот. Лиза Симпсон. Почему она сюда поставила, не знаю. Папа боится хомяка. Когда он укусил один раз Макса, теперь он его боится. Я ему говорю, он не кусается, нет, все равно он его не берет. Возьмите чуть-чуть. А. Все, давайте. Спокойной ночи. Будет как-то вонять ночью. Да, потому что нужно уже поменять, уже запах идет. Ты что в панамке ходишь? Она мне ее подарила. Смотри, какая. Всем спокойной ночи. Увидимся. Надо уже нам маникюр менять, посмотрите. У меня уже все облезло. То есть у меня прям чуть-чуть, если кусочек отпадет, то я начинаю ковырять. Вот тут тоже уже. Тут тоже. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи. Пока-пока.